Это встреча по рематчу высшей лиги второго дивизиона в иерархии российского мини-футбола и спартаковской команды, которая пресс-службе Спартака. А на центр, друзья, арбитр показывает, какой интереснейший эпизод. И надо здесь посмотреть. Мне похоже. Прессинг работает. КПРФ 2. Синельщиков бьет. Исаков! Седьмой мяч Дениса Исакова в розыгрыше первенства высшей лиги. Париматч высшей лиги. Вы видели повтор этого эпизода. Я думаю, что здесь сколько людей, столько и мнений. Десятиметровый Райхель! 2-1! Спартак вырывается вперед под занавес первого тайма. Короткий сброс на Илько. Илько, Савастьянов, Никита Илько! Фантастика! Просто аплодисменты, чудо! Чудо, гол! Как он все сообразил и исполнил. Параллель, во-первых, вся... Удары, 3-2, счет становится! Как раз один из вышедших по ходу второго тайма игроков Спартака. Передача Золотухина и в лед бьет Перфишин. А ну, здесь вариантов предостаточно. И Райхель, и Сальников. Но бьет Сальников. И 4-2! 4-2 Спартак Донецк. В следующей паузе еще раз мы посмотрим Савастьяна в середину. И 3... По всем канонам футзального искусства произошедшее. Кто же там ошибся, неправильно поставил. И можно прокидывать себе по бровке, ну куда угодно. Практически это самая паутина Александра Коробейникова. Спайдер-хаус, я так скажу. В дальнюю девятку загружает мяч, который провел сам Коробейников сегодня. Похоже, очень было на гандбольный бросок. А это Сальников. И 5-4. Провал обороны. Получает, спокойно играет на Сальникова. И тот у москвичей мы увидели чудо. Мячи просто красивейшие. То Спартак сегодня и за счет характера, за счет перестановок своего тренера.